Ребята, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, отлично. Как у вас дела? Хорошо. Настроение? Хорошо. Отлично, замечательно. Сегодня вы услышите очень интересную историю о мороженом. Кто любит мороженое? Поднимите руку. Кто любит? О, все. Я тоже люблю мороженое. Итак, я расскажу вам про двух братьев. Жили два брата, Даниил и Лео. Ну, так звали мальчиков. Даник был старший, а Лео младший. И Данику мама дала деньги и сказала: пойдите в магазин рядышком и купите хлеба, а на сдачу купите мороженое. Даник взял деньги, и они с Лео пошли в магазин. Купили хлеб, и Даник считает сдачу и говорит: Лео, у нас с тобой осталось на два мороженых как раз. Подходят к киоску, где мороженое продают, и Даник считает, что не хватает на два. И Даник говорит: хорошо, Лео, давай, кто быстрее добежит до дерева, они вышли на улицу, да, тот съедает это мороженое. Ну, Даник начинает считать: один, два, три. И побежали мальчишки, бегут, бегут, бегут. И первым добегает Даник и говорит: ну все, я покупаю мороженое себе, потому что я добежал первый. А Лео? Что Лео? Лео говорит: да, Даник, ты же старше, ты сильнее, и ты, конечно, первым добежал. Конечно. Начинает плакать. Даник говорит: ну ладно, Лео, ты же мой братик, я тебя люблю. Давай возьмем и на эти деньги купим конфет и поделим напополам их. Тебе и мне, и тогда будет по-честному. Ребята, соревнования по бегу выигрывает только один, самый быстрый и проворный, а остальные проигрывают. Но это такие правила. Но правила Бога – это в Царство Небесное не такие. Победить и получить награду и жизнь вечную кто может? Все, кто верит в Иисуса Христа и хочет быть похожим на Него. Вот такие правила в Царство Небесное. А сейчас я вам хочу тоже угостить вас конфетками, которые Даник раздаст. Даник, пожалуйста, раздай, пожалуйста, всем ребятам по одной конфетке. И ребята для вас сегодня приготовили пение. Лина, Даник и Лео. Они сейчас поют. Сейчас пение. Даник, Лео и Линочка.